Ребята, всем привет. Значит, сейчас я покажу, как Canon 770 печатает на холсте. Вот. Ну, собственно, устраивайтесь поудобнее. В одном из видео я говорил о том, что мне идет новый холст. Вот, этот холст пришел, ширина 914 миллиметров, все супер круто, его плотность чуть-чуть меньше, чем плотность Ламонда, он такой матово-глянцевый, вот, значит, его плотность 320 грамм, напомню, у Ламонда 340. Из-за этого есть некоторые особенности печати, сейчас покажу, какие именно. Значит, отправляем в печать. Вот. И ждем, ловим холст на выходе. Холст на самом деле не сильно плотный. Еще раз говорю об этом, что холст не сильно плотный. Именно поэтому, когда принтер обрезает холст, резак подтягивает его, собирает его гармошкой немножко. Вот, чтобы этого не было, приходится дежурить в таком режиме. Собственно, вот здесь видно, смотрите, когда резак автоматически выезжает, в определенный момент он холст так немножко подрывает. Почему так происходит? Потому как холст менее плотный, чем ламондовский. Вот, но качество этого холста мне нравится больше. Очень замечательно ложатся чернила. Я сейчас вам все покажу. Соберу при вас вот такие есть у меня подрамники 30 на 40. Сделаем галерейную натяжку. Будет очень круто.